Всем привет! С вами передача Нелли ТВ, и в этот раз мы расскажем вам, какие игры выйдут в мае 2015 года. Ну что, поехали! Итак, список открывает Wolfenstein The Old Blood. Перед нами приквел к Wolfenstein The New Order, который продолжает развивать идеи и наработки прошлой части. Главному герою Блажковичу предстоит отправиться в Баварию для того, чтобы остановить нацистов, которые пытаются подчинить к себе весь мир и поставить его на колени. Новый Wolfenstein выйдет 5 мая на ПК, PS4 и Xbox One. А 8 мая на прилавках магазинов появится долгожданный гоночный проект Project Cars, который разрабатывает студия Slightly Mad Studios. Игру не один раз переносили, но это не уменьшало интерес игроков к ней, ведь это не только одна из самых красивых игр, но еще и достоверных. А таких проектов в этом жанре не так много. Project Cars разрабатывается на ПК, PS4 и Xbox One и выйдет, как мы уже сказали, 8 мая этого года. И следующая игра – это Ведьмак 3 – Дикая охота. Это ролевой проект, разрабатываемый польской компанией CD Projekt Red. Перед нами полностью открытый мир, где в главной роли персонаж Геральт, которому предстоит отправиться в эпическое приключение, чтобы сразиться с монстрами и другими неприятелями. Игра выйдет 19 мая на ПК, PS4 и Xbox One. На этом все. Встретимся ровно через месяц. Пока!